Так, друзья, привет. Случайным или не случайным образом оказались мы в Кирилловке на Федотовой косе и попали тут в интересное место, которое хотели бы еще не раз посетить. Конечно. А вот, и вам хотим порекомендовать, если вы выбрали отдых в Украине, то, пожалуйста, обратите внимание на это место. Сейчас мы вам просто покажем, что это. В Украине на Азовском море, заметьте. Да, идем вперед, потому что фишка этого заведения находится там поближе к морю. Трехместные, трехместные, двухместные. На любой состав семьи, с которого вы приедете. То ли это будут друзья, то ли ваши коллеги. Поэтому мы выбрали первый бункер-парк. А вот, друзья, собственно, и сердце этого заведения. Потому что здесь проходит... Ну, я, как по мне, я еду всегда отдыхать в гастроту. Так вот, фишкой этого заведения является то, что здесь питание включено в стоимость проживания. А какое питание? Это не простые, как тут говорят, комплексные обеды. Здесь 14 комплексов. Кроме этого, есть расширенный список всяких блюд, которые вы можете дополнительно заказать. Там вполне за адекватные деньги. Цены очень лояльные. Друзья, смотрите. Вот это комплексы, о которых я вам говорил. Завтраки, обеды, ужины. То, что входит в стоимость проживания. А вот это отдельно. Напитки, еще еда. Друзья, каждый день блюда с мангала входят даже в базовые комплексы питания. Друзья, теперь перемещаемся от нашего кафе к морю. Море, чтобы вы понимали, 50 метров. Резниченко Артур Вячеса. Извините за то, что я вас оскорблял. Следующий. А с какого-то какого у вас выдавали? 21 год. Чепурный Александр. Извините за то, что я вас оскорблял. Все? Конфликт исчерпан? Да. Но моих доков вы не увидите. Знаете почему? Пока мы не начнем розыск справы. Розыск справы? Да, мой родной Саша, да. Сегодня одни Саши попадаются. Все четыре города и все Сашки попадаются. И из четырех городов два быка. Ты и в это, где? В Запорожье. Такие, знаешь, и пока мы по закону не начали рассказывать, вы, наверное, ничего не понимаете. Вот ничего не понимаете. Скажи, тяжело с тем человеком общаться, который знает законодательство. А вы тяжелый человек, с вами вообще тяжело общаться. Не, он на самом деле очень легкий человек, правда. Ты меня еще просто не знаешь, друг мой милый. Я тебе говорю. Я тебе могу сказать так. Я постою с тобой тут час, ты ни у одной машины не проверишь документы. Ну, разве что человек будет бояться тебя там, знаешь. А меня бояться не надо. Ты знаешь, я уже остановился, я аж испугался. У меня же, видишь, аж Джорданы у меня мокрые. Давай, ты меня останавливал. Нет, Арнольд останавливал. Арнольд, вообще, именно вот имя, вот именно уважение. Да. Уважение к человеку. Респект тебе тоже. Да. Есть номер? Да. А 29 вы читал? Нет. Нет? Да. А что, остановил? Потому что номера спереди нет. Еще раз повторяем. Номер есть? Я ж сзади не могу видеть, если вот номер нет. Там в законе что написано? ПДД, ПДД. Номерных знаков или номерного знака. Как? Ну как написано? Ну он с буквы закона. Я ж по букве закона. Я лично что-то сказал в вашу сторону? Нет. Все чисто по букве закона. А начал он так говорить, потому что ну, вы вызвали такую реакцию, вы задали... Он обманывать не будет, он знает, как я реагирую, поверь. Его человек знает, я могу так культурно общаться, что ты даже потечешь. Понимаешь? Угу. Я тебе просто это говорю. Да.
Я вижу, у вас тут просто активистов не было, да, ни разу? Были. Были, кто? С нами присутствовали тут. Когда? Прямо активистов. Прямо активистов? Журналисты были. Журналисты были. И смотрели, как вы несете службу, да? Фиксировали. А знаешь, что в твои обязанности входит? Так точно. А я думаю, ты не знаешь. Ты к ПДД отношения вообще никакого не имеешь. Почему же? Я же в учебке был. Послушай, у тебя на шевронах и у тебя, ну да, у тебя написано полицейский. А, не, у него полицейский написано. А чё так? А что на шевронах? Как мы можем... А ну, покажи еще раз. Ну, я уже без камеры. А, особливо это как торды. Я просто не могу понять. Как торды, да? А почему полицейский, а шевроны у тебя с призначения? А какими? Это же Кремль взвит. Нет, у нас прописано у ребят, что это, к кому они относятся. Значит, так вот отменили. Мы, да, мы же знаем. Так... МП, ну, ты не привык еще, нас... что полиция это вот так вот сейчас. Милиция еще раньше была, которую ругали, мы более... Лучше даже поставленные организационные, конечно, вопросы. Да, участковый на дороге. Нет, ну вот этому, ребят, вот, да, этому, нет, человеку, у него еще имя такое прикольное, Арнольд. Ему нужно поставить много-много лайков. Ну, а вот эти вот два серые гуся, вы сами делаете выводы. Так что, будем блокировать фишки и все там, как полагается? Я предлагаю кайданки, вот как и вначале я начинал, вот, ну, просто для контента газ, чисто газ сделайте мне, а потом газ распакуем. Газ не имеем права, с ароматом этого моря. Газ с ароматом Азовского моря есть у вас? Лупануть его? Десять. По ноздрям. Не, почему? Но вы, подождите, вы... Простите нас хоть бычками. Вы, подожди, давай мы закончим со мной. Давай закончим со мной. Вы... Отбой? Да. Отбой по нам? Да не, Мерседес же тебя сдали. Не, по тебе только начинается. Сейчас я еще... Это... Вы... Вам дал ваш напарник указание встать и заблокировать автомобиль своим телом. Нет. Лечь. То бишь вы не стояли перед автомобилем? Я, может, номер смотрел, но я не стоял там. Он уходит туда, при этом вам говорит, встань и держи его, перед тем, как я сказал, я что знаю, ты уверен? Да. Когда ролик поделись, будете смотреть, вы прослушаете и проведете все. Водос Харьков на Ютубе там есть, и Небайдужий громадянин, там тоже много интересного. Я без камеры хочу спросить, извини, как зовут? Александр. Саша. Смотри, сегодня нас на Саньков везет. Я просто, ну, противник масок. Ты уже эту паражу, если носишь, что тогда на нос не одеваешь? Это же уже постанова написать. Ты, да, на тебя уже как бы, ну, там не постанова, у вас 220-м приказом там. Там дисциплинарка идет, да. Только какой смысл ее тогда вообще носить? Ну, понятно, что в них тяжело. Это, блин, бред сивой кобылы. Ну, уже, вот как Арнольд, можно не носить. Мы к этому как бы... Я просто вакцинирован лично. А у человека просто медицинская... А нет, у вас, а там разве 220 приказ подразумевает? Не, Арнольд, вообще, я за то, чтобы люди не травились. Да, ну, вы сами заражались. Штамм. Вот так надо. Чтобы не задохнуться, ты на улице. Человек вакцинирован, но штамм, он, короче, мутирует, и поэтому он может взять еще. Друзья, значит, как мы и обещали, мы начали кататься по городам. Первые города у нас были по пути. Ролики будут выходить в хаосном порядке. Поэтому мы сейчас в Кирилловке. Приехали с рейдом. В Кирилловке установлен вот такой знак. Вот такой знак. Сейчас мы спросим у ребят. Не. А скажите, пожалуйста. Алена Стрижак у нас носила маску и заболела. FFP3 на 99%. Подожди. Скажите, пожалуйста, вы устанавливаете знак стоп-контроль? Да. Не мы, а дорожные службы устанавливают. Устанавливают, хорошо. Человек не выполняет вымогу дорожнего знака. Что ему за это будет? Ну, чтобы люди понимали, что если вы сейчас на камеру скажете одно, а в итоге люди будут писать другое, то придется приехать сюда и показать обратно еще раз сторону того, что на самом деле происходит. То бишь, объясняю, вы слабых, которые мало знают законодательство, вы можете прессовать. А те, кто посильнее люди, ну, по знаниям, вы, к сожалению, не можете. Прессовал позавчера нашего
Да, кто? Давайте я вам сейчас объясню. Смотрите, по знаку 341. Это с вами человек? Не знаю. Вы антиактивист? А вы кто, молодой человек? Можно ваше посмотреть? Представьтесь. А что вы кабанчика обижаете? А вы кто? А ты кто? Капитан Хайтаур. Что ты лыбишь? Антиактивист. Я говорю, что, это с вами? Это с вами? Нет, не с вами. А вот у него полис тоже. Что ты хочешь? Я с Нью-Йорка прилетел, я слышал, что тут обижает. Что ты хочешь? Я не понял, что за... Я говорю, иди отсюда. Слышь, руки убрал, а? Что это такое? 45-я сразу вам будет. Вы знаете, я говорю, руки нет? Убери, ты по гражданке, откуда я знаю, кто ты? Я говорю, уйди отсюда. Руки убрал, ты что, не видишь, полиция? А ну, я говорю, кто ты такой? Ты что, морду дать или что? Слушай, кто ты такой? Все. Кто ты такой, Вася? Что вы тут делаете? Руками не трогайте. Он с вами работает или что? Что это такое, я не понял. Я говорю, уйди отсюда, сел в канарейку, говорю, поехал отсюда, нахер. Обижают, да? Все прекрасно. Я говорю, свалил отсюда, слышишь ты? Спасибо вам огромное. Я говорю, поехал отсюда. А что это такое? Я не понял. Я не понял. Какой это командир? Что это за дела? Я не понял, ребята. Я журналист. Давай подходи. Слышь, мне кажется, по чем-то. Ого, слышь, друг. У меня сейчас пик будет, полицейский. Дружище, кто ты такой? Я не понял. Все, спасибо, все хорошо. Кто, он с вами работает или что? Что это? Мы сейчас будем на 102 звонить. Я не понял, лянь. Дружище, ты кто такой? А ты кто такой? Я ковбой Мальборо, а ты кто? Он под наркотиками. А ты ну, нормальный человек так разговаривать не будет. Да, я под жизнью. Ну и все. Забудьте его баллон. Забудьте его. С запахом азовского бога. Я говорю, ты что, смотрящий здесь или что? Я не понял. Сейчас пока, я пообщаюсь с людьми, пока пообщаюсь. Хорошо. Спрашивайте по знаку 341. Смотрите, по поводу знака 341 выносится постанова по статье 121. Нет, 340 гривен штраф. Ну о чем я и говорил, а вы знаете что? Вы не можете за этот знак выносить постановление. До тех пор, пока он не будет по ГОСТу. Его водитель может не выполнить. Нет. Идемте, я вам покажу, стоит по ГОСТу. Пойдем. Вы чили... Вот. Я просто один вопрос. Что у вас случилось с передним номерным знаком? В душе мухи, даже не понимаю. Мухи стырили. Мухи, наверное, стырили. В душе даже вы не понимаю. Это следы мух. Вы давно это заметили, то, что он у вас пропал? Как вы мне сказали. Вас остановили не штрафовать, вас остановили предупредить вам, то, что у вас потерян нет знака, передний номерный знак. А ты быка включи. Подожди, стоп. А документы зачем, если мне надо предупредить было? Вот он и споймал вас. А? На лжи. Документы еще зачем? На лукавстве. Подожди, вы говорите мне, что вы остановили меня, предупредить меня. Генерал Ветров приехал, ёпта. Сейчас подойду. Генерал Ветров. Знаете этого генерала Ветрова? Нет. Так кому документы, за, если вы меня предупредите, остановились? Ловили. 32-я статья закона о полиции. О чем вам говорить, ребят? Вы идите, подучите законы. Смотрите, под правилам ПДР 2.1. 2.1. А 2.4? Нет, по правилам ПДР 2.1. Вы обязаны предоставить сотруднику полиции. Я ничего не обязан. Я их повинен мат. Я вам даже прочитаю. Повинен маты. Не повинен мат. Смотрите. А закон о дорожном движении, 16 статья, пункт 5. Только те документы, в которых указаны пункты 2.1 ПДР, а именно водительское удостоверение. Это тоже начальник? Ё-моё. Чуренвестный царю. Здрасте. А где вчера шли, пидор? Ты? Нет. Не, это наверное... Нет. Кто тут вчера был? А можно с вами селфи сделать? Ну это дорого будет. Офигеть, это... Не видишь, не видишь, 100 гривен. Обалдеть. Ну вообще вот. А кто был вчера здесь? Подожди, Вадька, где тебя тормознули? Да. Пацаны, есть 100 баксов, тариф поменять надо. Да нет, у вас такое... Я до пидора просто ехал. Да не матерись, не гони. Простите, пожалуйста. А что тут, кошмарят тут эти вот гаврики? Без понятия. Я думаю, что неделю они кошмарить точно никого не будут. Слушай, я же предупреждал, а знак стоп-контроль есть? Там ЦТП. Залиманск. Там ремонт дороги. Так что, ребята, езжайте. А, стоп-контроль. Они этого и так. Сейчас, слышишь, где мой? Все, Петрович, ДТП. Так что? Извиняйтесь, и он уезжает. Извинения принимать?
я же вас не останавливал. Вот кто меня останавливал? Кому документы нужны? Скажи, прости засранца. Можешь сказать, папа, прости засранца. Все, я отпускаю тебя. Можешь такое? Ну а ты говорил, документы не покажешь. Я тебе говорю, просто лучше не делать провокацию, понимаешь? И не надо никогда быков включать. Там ДТП. ДТП? Да, там ДТП. Вы бы стали, лучше бы полосы прогрузили, пацаны, возьмите жесты. А пока мы стояли, тут не было ничего такого. Этот, а знак... Нет, убрали знак. А где? Вот стоп-контроль теперь удивил. Нет, он не, он закрытый якобы. Так, подожди секундочку. Я тут уже почти местный. Я тут уже сутки отдыхаю. Это хорошо. Слушай, я из-за вас уберу. А что ты вот уже смело? Друзья, в общем, мы приехали в Кирилловку, к знаменитому посту ихнему. Ну, вы сами видели, что происходило. Что происходило здесь на посту. А за что вас тормознули, кстати? Ролик вообще, ну, вы, я думаю, очень заценили, как они базарили, как мы их красиво опустили по закону. Я к чему? Если вы будете знать хотя бы какие-то азы по законодательству, вы сможете точно так же выйти из ситуации. Но дам вам один совет, не делайте то, что делаю я и мои коллеги, потому что мы можем эту ситуацию разрулить, а в ваших случаях бывают такие моменты, что идет превышение со стороны полицейских. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать? Ставим лайки, подписываемся на канал, ну а я дальше поехал для вас пилить контент и показывать, как нужно правильно себя вести с мусорами.